Певец-шаман родился в семье музыкантов. Его прабабушка была солисткой в Оренбургском хоре. Мама великолепно пела, а отец отлично играл на электрогитаре. На передаче «Малахов» 30-летний Ярослав Дронов, настоящее имя артиста, впервые показал своих родителей, а также бабушку с дедушкой, у которых он постоянно жил. 70% времени я жил у бабушки с дедушкой. Там у меня была комната, где были мои первые эксперименты по написанию собственных песен, рассказал шаман на передаче «Малахов». Бабушка с дедушкой сохранили комнату артиста, оставив все, как было при нем. Он ее сам ремонтировал, вот обои сам наклеивал. Теперь комната больше похожа на музей музыканта. Здесь хранятся его грамоты и награды артиста, вырезки из газет, афиши с концертов, а также самые первые костюмы, в которых он выступал. Как оказалось, в детстве Ярослав был непоседой. В 2 года он разбил цветной телевизор, на который дедушка копил несколько лет. Ярослав был в комнате, смотрел телевизор, а я на кухне, и тут слышу грохот. Прихожу, а телевизор на полу разбит в дребезги. Оказывается, Ярослав потянул от него шнур, представляя, что это микрофон, вспоминает бабушка-артист Галина Рябых. Дедушка с бабушкой уверены, у них лучший внук, ведь он внимательный, заботливый, а еще очень трудолюбивый. Он трудяга и учился в музыкальном училище, и заканчивал гимназию. Внук – это наше богатство. Ярослав всегда поддерживала его мама Людмила Дронова. Она присутствовала на каждом выступлении маленького артиста и даже помогала с постановкой некоторых номеров. Новомосковск – город, в котором родился и вырос шаман небольшой. Все друг друга знают. Когда Ярослав собрался ехать поступать в Москву, друзья семьи не только их не поддержали, но и отнеслись достаточно скептически. Нам говорили: «Ну да, мы были в Москве. Там везде растяжки, где написано «Мы вас ждем». Я отвечала: «Время покажет», вспоминает Людмила Дронова, добавляя, что сейчас, когда о шамане узнала вся страна, у них появилось много друзей, знакомых, родных, которых не было раньше. Родители Ярослава отдавали последние деньги на образование сына. Денег не было, и многие костюмы для юного артиста они шили сами, рассказала первая школьная учительница певца Наталья Махалкина. Об отношениях с отцом артист практически не рассказывает. Юрий Дронов не появился и в студии передач «Малахов». Зрители увидели только интервью с ним, записанное незадолго до эфира. Отец певца рассказал только о самых ранних годах ребенка, отметив, что музыкальный талант у него начал проявляться почти с самого рождения. По словам Юрия Дронова, многие до сих пор не знают, что шаман его сын. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.